Здравствуйте, друзья! Функция System.getInfo позволяет получить всю информацию о движке, версии, автор. И давайте посмотрим, как это работает. Вызываем окно библиотеки горячей клавишей F3 и здесь находим System. Теперь в этой переменной у нас все свойства системы. Мы к ней можем обращаться. И давайте в консоли один разок выведем эти данные. Итак, мы обращаемся к нашей переменной System, которую создали. И у нас функция getInfo. Вот она. Давайте нажмем Ctrl-S, обновляем. И вот здесь, если раскрыть, можно почитать все об авторе, о версии движки. Версия движка изменится, она будет все время меняться. И тогда, когда вы будете смотреть, эти данные уже будут меняться. Другие данные, скорее всего, останутся без изменений. Ну что, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multiroki.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!